Хей, йога, и с вами Шимки, мы продолжаем пройдить игру под названием Dark Souls 2. Короче, как вы помните, мы прибыли в еще одну DLC, которая называется Ледяная Уэль Лоис. Здесь получается у нас 6 костров, здесь у нас 6 костров. Ну, я думаю, отсюда мы тогда и начнем. Вот они, ледяной замок, ледяной вход. Че, полетели? Пожаловавшись в Эл-Лрой, Лоис, поверни обратно. Древний хаос еще голоден. Окей, вы слышали ее, нам нужно возвращаться сюда нахер. Но хотя... Плевать. Не, ну эффектно. А наш апостамент видно отсюда дальше. Ледяная Эль-Лойс. О, тут минус видимость. Лево, право. Слева страшнее. Пойдемте по прямой. Так. Не, это опасные чилики. Ну смотрите, получается, мечники дают кровотечение. Хотя они могли бы давать мороз. Лучистый самоцвет жизни. Ладно, спуск вниз, поехали. Я знаю, что можно всех их парировать. Но это вам не первая часть, а я рисковать не собираюсь вообще. Ага. Окей. Блэм. Смотрите, эти, допустим, тоже могут пулять какую-то херь. Ты хороший? Я не понимаю, она хорошая или нет? Я не хочу убить вот эту девчонку или кто это. Хотя я могу. Но оно с того стоит. Ага. Допустим. Ну, в принципе, они как обычные собаки.
ничем не отличается от обычных собак. Нифига себе. А, ну ладно. Походу зря я именно эту, да, сторону выбрал. Странно, еще один. Ладно, давай попробуем. Может, тебя согреть надо? Я понял. Добро. Теперь ты, приятель. Ну, смотрите, они довольно... Они довольно хорошо пробивают с помощью лука. Блин, я не хочу их убивать, но мне кажется, их нужно для чего-то использовать. Так, ты тоже обычный? Ты там живой? Короче, томах. Вы, главное, мне девчонку все-таки эту не убейте. Вдруг она мне все-таки пригодится. Почему у меня пуль... снаряды через раз попадают? Странно как-то. А, вы думаете, я... Я игрок опытный. Я не тупой, я не буду бежать на пролом. Еще одна. А, вот об этом я и говорил. Так бы дрался не с тремя, а четвертый бы мне еще в спину нахерячил. Странно. Ну ладно. Иди сюда. По идее, это такой же, который вот это был.
сраная западня. Ты можешь не ходить, чел. Ау. Да? Ваша эта магия не такая уж страшная. Не страшно. Что так опасно? Так, труп. Только труп. Маленький синий плод. Ловушки нету. Ловушки нету. Главное никуда в сугроб не упасть. Плохая идея. Что здесь? Короче, этим челиком просто нельзя бэкстепы делать. Вот вся ихняя сила и мощь. Чувствую я, как обычно, куда... Фиг знает, куда ушел. О-хо-хо. Души я нафармлю, поэтому могу их чистой совестью использовать. Ты там точно один? Ха. Ха. Я так и знал. Так, и что у нас получается? Две двери. Хуёвая идея. А, подожди, а почему мне надо... Почему мне урона дамажил? Он меня шипами еще урона носит? Или как? Вас тут слишком много, я не знаю, кто вы.
А, это сундуки. Нет, не сундуки, это камни. То есть это на самом деле сундуки, но чтобы все это сделать, открыть. Давайте попробуем, почему бы нет. А, у меня только один предмет такой. Плохо. Давай еще раз использую. Может быть, мне нужны другие бомбы. Фиг его знает. Если вы меня обманете, вам и шопа. Ладно, не обман. Ох, я весь в снегу. Кольцо власти над тьмой. Колечко, колечко, колечко. Кольцо власти над тьмой. Кольцо в виде руки, хватающий камень, усиливает атаку тьмой. Но ослабляет физическую защиту. Никто не знает, откуда взялось это кольцо, но можно догадаться, что оно было посвящено одному из темных богов. Чтобы успешно использовать кольцо, нужно обладать особым умением. Так, у меня получается два прохода. Либо туда пойти, в двери, где был проход. Как вариант, можно. Либо пойти сюда. Но у меня такое плохое предчувствие насчет этого места. А, тут пропасть просто. Но туда как-то можно попасть. А там стена с боссом. Как я могу понять. Найс. Ну, давайте искать. Что делать нам еще? 6 флях. Так, фляги у нас есть. Короче, это у нас есть. Wait. What? Так, сюда и наверх. Да, там стена с боссом. Только осталось туда дойти. А, подожди, мы там были. А это вообще в другую сторону проход. Thank you.
Заметьте, что он... Тоже ждал, пока я ударю. Вот, тебе что выпало? Оказалось. Заметьте, так, есть ветер, а из дома, если целиться, его нету. Хе. Лайфхак. Блэм, блэм. О, нихера, 200 дал. Отдыхай. Ладно, минус фляга. Почему они здесь? Что с ними не так? Так ты обычно нежить. Костер. Ладно, давайте я сначала то исследую. Какая-то пещера. Ладно. Не хочу рисковать зря. Ладно, он хотя бы один идет сюда. Опасно. Ты делаешь, чел. Так. Давай, приятель. Быстрее, 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 быстрее. Отличненько. Да. Вопрос, как мне наверх подняться обратно. И смогу ли я подняться обратно? А, так просто ошибок стопить можно. Это неплохо. Мне надо было отдохнуть, если я... Если бы я знал, я бы отдохнул. Фляги бы пополнил заодно. Вы думаете, я трус? Нихера я не трус, я просто лучник.
воин-лучник. Это я. Я воин-лучник. Великий из всех. Талисман Ллойда. Отдыхай. Вейт, вот. Нет. Не верю. Это другая тропа, из которой я выбрал. Я не хочу проверять, что он умеет делать. Лучше я буду сражаться подло, но побеждать. До свидания. Смей мне в спину настреливать. Ты ко мне подойдешь сюда, приятель? Походу не подойдет. Мне страшно, чтоб мне в спину никто не обнял. Ладно. Пойдешь ты ли мне в спину реально? Давайте попробуем, ладно. Ого. А я так и знал, сука. Я так и знал, блядь. Что на меня нападет второй. Какие вы подлые. Нечестные. Ай-яй-яй, такими быть. Некрасиво. Так, а где тот приятель? Приятель, иди сюда теперь ты. Давай, 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 сюда отпиздуй. Поговорим с тобой. Все? Все. Отдыхай. Какой умный слишком. Заперто, рели. Прикольно. А ключа у нас нету, да?
Приятель, ну ты стоишь там один. Но я не уверен, что ты там на самом деле один. Понимаешь мою мысль? Больно. Монатий сундуков. Чисто все в сундуках. Там было 3 сундука, здесь 4 сундука, 7. Там закрыто, там что-то есть. Может, мне этих нужно? Пидорасина стоит. Так, стоит баллиста, окей. Активные? Вопрос для кого-либо, для чего? Что-то, блядь, было. Ну да, мне ж не хватало просто рыцарей. Давайте пускай они будут теперь полностью невидимы. У меня ключи Фараса есть. Ясно. А, он все равно заледеневший, ясно. Вдвойне. Да уж, ледяные враги, которых не видно и которые нельзя увидеть. Так, давайте, короче, сейчас напал. А, хотя бы плевать. Он такой умный там стоит, выжидает меня. Хорош. Сейчас мы его встретим как раз. Ты за мной побежишь? Ты нахрен? Это потому что я ваши тела обворовываю, а? А, ладно, и на, если еще и с луком долбоёб. Короче, сейчас я еще этого клоуна убью, подождите. Сейчас мы с ним сразимся.
Найс. Так, там у нас сундук. Может, мне их нужно просто убить, чтобы разморозить все? Просто я на самом деле пока что не шарю. Че я пускаю, че я поднимаю? Теперь я понял, что я поднимаю. Ага, понял, не понял. Здравствуйте. Мое понятие такое понятное, что я нихера не понял. Так, а теперь поясните, куда мне идти. Блин, потому что время уже, а я еще не понимаю, куда мне идти. Давайте вниз. Давайте еще. Ага. Нет, идем сначала наверх. То, что с того низа я больше не вернусь. Твари. Иди нахуй. Пиздец. Сюда. Спрыгивай ко мне. Так бы он на меня прыгнул, на самом деле. Душа пропавшего мертвеца. Душа пропавшего мертвеца. Просто я, который 40 минут снимает видео, не может найти ни босса, никого. И который пытается что-то сделать. Ну, нам, в принципе, только вниз, как вариант. Прыгнуть куда-то. И там, где от костра, у нас была еще какая-то пещера, либо типа того. Алая вода. Чтоб, главное, это не ловушка была. Иди назад. И не оглядывайся. И никому не удалось найти скрытый в Эль-Луис. Так, мне нужно одну вещь узнать, и тогда мы продолжим. Так, я узнал, что меня интересует. Я просто думал, если здесь босс, я не хочу умирать. Тут, кажется, это не то место, где босс. Какой предмет забрать?
Как же это надоело. Ладно, давайте заберем предмет. Окей, появился какой-то глаз жрицы. Долго мне еще мучиться. Глаз жрицы. Глаз первой жрицы, следовавшей за Эль Лойс, позволяет увидеть сокрытое. Увеличит жрица, заменит один глаз, этим вернув его, когда договор закончится. Окей, это враг. Походу мне пизда. Ну, короче, вы поняли, вот это место, я здесь сдох. У тебя тут есть определенный радиус еще? Окей. У меня есть одна фляга, но это на очень экстренный случай, мне кажется, будет. Самое опасное — это невидимые эти твари, блять, людишки ебаные. С невидимками я вообще желания драться нету. А, войти в туман. Давайте войдем в туман. Ладно. На этом мы с вами, ребят, заканчиваем. Давайте я посмотрю, что вообще тут по кострам. Пока что в правильной последовательности я все делаю. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.